Всем привет, Blender 2.90. Давайте доделывать Shelby. Так, что можно здесь сделать? А нужен нам теперь передок. Как будем делать? Так, семерка на NumPad. Выбираем вершины. Опять же, выбираем вот эту вершину. И вот по этому, как по нижнему ракурсу, давайте рисовать. Теперь E выводим. Здесь у нас два полигона. Вот будем держаться двух полигонов. И у нас идет склейка. Опять выбираем E, вот эту вершину. Опять два делаем полигона. И еще вот в центре сводим. Теперь давайте все это дело закроем. Сразу выбираем вершины через Shift. И F английская. Выбираем опять же 4 вершины. И F английская. Так. Это дело сделано. Теперь семерка на NumPad. Чтобы виднее все это дело было. Вот здесь не сошлось. Во, вот теперь нормально. Выбираем опять вершину. Жмем E. И проводим вот этот кант. Так. Вот сюда его. Опять же E. Так, что такое? Выбираем вершину E и опять же в центре склеиваем. Выбираем вершины и опять же F английская закрываем. Вот такая штука у нас теперь получается. Вроде перед намечен. Теперь давайте единица на NumPad. И выберем. Вот это все подкорректируем. Так, вот эту вершину G подводим сюда. Эту сюда, эту назад, эту тоже назад уводим, корректируем. Так, походу нужно, не подальше, вот это вот нормально все. Так, эту вот сюда теперь, а эту как бы, наверное, ровно. Так, нам теперь нужно вот эти вершины, вот эту вершину, вот эту и вот эту. G английская, как бы вниз отвести. И закрываем вот эти вот полигоны. Так, можно добавить здесь, наверное, ребро. Давайте добавим loop cut. Вот таким образом. Теперь select box. Правильно, select box. Выбираем вершину одну. И так, E экстрадируем. Вот сюда как-то. И еще раз E экстрадируем. Теперь все это дело закрываем. Образуем полигон F. Выбираем опять вершины. И опять же делаем F полигон. Вот эту вершину G немножко давайте вниз припустим. Ну вот что-то тут уже вырисовалось. Так, теперь... Сделаем попроще, да? Единица на NumPad. Выберем вот эти вот вершины. Вот эти. Нижние пока не будем выбирать. И сделаем E. Ну, как-то, наверное... Ну, сначала вот до сюда. Теперь E. Как бы вот сюда. И вот это все дело G. Опять же, как-то скомпонуем. Как-то вот так, наверное, с закруглением. Вот таким вот образом. Теперь нам нужно закрыть вот этот полигон. Вот это все мы закрываем. По берегам вот так. F. Смотрим, что получилось. И нам нужно вот эти вот полигоны. G. Увести вглубь. Ну, что-то в таком вот пока варианте. Так, что еще можно сделать? Нужно наметить вот эту нижнюю часть. Здесь мы выберем уже ребра. Выбираем ребра. Семерка на NumPad. Где-то вот в таком духе, наверное, сделаем. 7 на NumPad. И G. Так, E, наверное, от... С
Соединим их вот тут. Так, перед намечен. Нужно вот этот тоже, вот эту вершину тоже подровнять. G. Так, вот эту можно дальше вглубь увести. И эти немножко тоже как бы подкорректировать. Вот так, не эту вершину. Вот эту вершину глубже. Вот что-то в таком духе, я думаю, наверное. Так, эту чуть-чуть подправить. Здесь уже интуитивно нужно работать. Пока все пусть криво, грубо. Потом все подровняем. Так, что-то в таком духе получается. Теперь нужно разрезать вот эту часть. Это К, нож. И разрезаем ее. Раз. И Enter нажимаем. Теперь смотрим, что. Так, вот здесь нам тоже понадобится нож К. Разрезаем. Enter. И соединяем вот эти все полигоны. Вот этот. Вершины выбираем. И F английская. Выбираем вершины. И F английская. Так. С этим углом что будем делать? Давайте немножко вершины еще больше подровняем. Вот сюда как бы. Эту вершину сюда поближе. А эту вот сюда. Эту сюда. А эту сюда. И еще немножко. Так, ну пока грубовато. Пусть так останется. Так, теперь что нужно сделать? Закрываем вот эти полигоны. F английская и разрежем К ножом вот по этим вершинам. Вот эту вершину и вот эту. Жмем Enter. Треугольник, потом подправим, сделаем нормальный полигон. Так, вот здесь вот К тоже нож можно разрезать. Enter. Так, теперь что нам нужно? Давайте пока заморочимся именно так капотом 7 на нампаде. Вот эту часть, вершину G выбираем, корректируем. Немножко подводим поближе к крылу. А теперь выбираем, наверное, ребра. Выбираем вот это ребро через Shift. Вот это и вот это. Так, близко не подходим к краю. Вот к этому, где находится воздуховод, что ли. И Е. Вот это все. Опять же делим на два полигона. И склеиваем. Так, капот есть. Теперь нам понадобятся вершины. Выбираем через Shift вершины. И нажимаем F. Опять же выбираем вершины. И жмем F. Так, капот закрыт. Давайте теперь вот эти позакрываем. Так, вот этот и вот этот. F закрываем. И вот с этим вот таким образом тоже поступим. F. Так, капот намечен. Что нам нужно сделать с капотом? Нам нужно его приподнять. Выбираем вот эти ребра. Вот эти, вот эти. Сейчас я еще сверху вам покажу, что за ребра выбираются. Так, вот как-то так. Вот эти вот ребра. Так, ну, наверное, давайте и вот эти еще выберем. Так, единица на нампаде и G. Все это немножко как бы приподнимаем. И R английская. Чуть-чуть перекручиваем. Так, есть такое дело. Теперь нам понадобятся опять вершины. Вот эти вершины, вот эти мы G садим вниз. Усаживаем их вниз, поправляем. Ну и немножко, наверное, вот эти вершины.
через Shift G. Корректируем, поправляем, чтобы они были именно надутые. Здесь еще нужно будет добавить ребро, чтобы мягче все это дело происходило. Семерка на нампаде. Добавим теперь воздухан вот этот. Как будем добавлять? Опять же ножом. Отрезаем сначала вот эту часть. Enter. Теперь К, английская нож. Отрезаем вот эту часть. Enter. Выбираем полигоны. Вот этот, вот этот, вот этот. Так. И теперь мы их поднимем. G. Что-то в таком духе. Немножко R. Немножко G. Усадим. И немножко R. Еще подкрутим. Так, сильно высоко поднимать не будем. Ну вот что-то такое получается. Нужно теперь вот этот край отбить и посадить его. К. Английская. Режем. Можно даже вот до сюда где-то. Enter. И теперь выбираем, наверное, лучше вершины. Выбираем вершину, вот эту верхнюю. И G. Немножко все это дело подравниваем. Ну, бомба. Уже что-то нормальное. Так, здесь опять же нужно будет тоже их немножко, эти вершины, выровнять, подсадить, чтобы они не торчали вот из-за этой части, из-за капота. Вот вы видите, что тут получается. Вот эту часть нужно ниже посадить. И выровнять. Вот так как-то. Так, еще немножко подсадить. Во. Вот теперь вроде бы как бы и оно. Теперь нам понадобятся фары. Так. К английская. Отрезаем. Вот эту часть. Поровнее. Enter. Теперь К. Отрезаем, наверное, вот от этой части идем вот по этому краю. Enter. Теперь что нужно сделать? Отбить еще вот эту часть. Это значит, получается, опять же К. И отсюда мы ее отбиваем до самого низа. Enter. Теперь нам понадобится именно паз для фары. К. Еще раз режем. Enter. Опять же К. Низ вот здесь отрезаем. Enter. И опять же К. И вот эту часть тоже режем. Enter. Выбираем теперь полигоны и выбираем вот эти два полигона и G. Английское, вводим их вглубь. Ну, что-то в таком духе. Их потом нужно будет порезать и как бы закруглить. Или выбираем вершины и пробуем что-то экспериментировать. Допустим, G вот сюда уводим, эту уводим вот сюда где-то, внутреннюю тоже как-то закругляем, верхнюю сюда подводим и эту, так, не эту, вот этот полигон, ну, как бы вот делаем закругление. Так, пока все грубовато, плоховато. Так, вот это вот, что здесь у нас? Все это надо дорезать еще будет. Так, вот эту вершину, G, вот сюда как бы. А вот эту вот сюда. Во, вот теперь вроде как
еще что-то похожу таким вот образом. Теперь нам нужно решетку вот эту радиаторную отрезать. К режем. Получается Enter. Теперь опять же К надрезаем. Enter. И опять же К вверх отрезаем. Enter. Выбираем опять же полигоны, вот эти, через Shift и уводим их G вглубь. Так, можно еще побольше. Вот так. Можно еще S нажать, наверное. Вот. Вглубь как бы уменьшить. Так, теперь вот эти вот вершины, вот эти, нужно G. Словом, добавить здесь как бы более такую округлость. И вот эту часть, сейчас. Вот эту вершину, вот эту. Семерка на нампаде. И G. Так, что получается? Мы должны ее как бы вперед вытащить. И вот эту тоже. Так. Ctrl-Z. Вот эту вершину и вот эту. G. Вперед, как бы округлость создать. С этой вершиной. Так, вот эту вершину уводим вглубь. Эту тоже уводим вглубь. И вот эту тоже усаживаем. Вот таким вот образом. Так, это мы потом дооформим. Теперь нам нужен бампер. Здесь потом будут круглые фары. Так, что делаем? Вот от этого, вот эту вершину верхнюю. Или давайте низ полностью. Ребра выберем вот эти. Вот эти. И Е. Опустим их пониже. Теперь вершины и закрываем вот этот полигон. Жмем F. Ну вот что-то в таком духе. Теперь нам понадобится какая штука, да? Выбираем вот этот, вот это ребро и вот это, и вот это тоже, и вот это. Здесь ребро тоже выбираем. Да, получается вот что-то в таком духе. Так, сначала, наверное, пардоньте, закроем вот этот полигон. Так, это Е. И вот тоже вершину выбираем, тоже закрываем ее Е. Выбираем вершины, F. И все по прошлому вариантам. F. Вот это тоже выбираем. F. Ну вот перед уже как-то более-менее, наверное, вырисовался. Так, пока низ не будем закрывать. Нужно вот здесь вот нам все поделить. Это значит К. Enter. G, так, Ctrl-Z, опять же, наверное, К, и Enter. Ну, что-то в таком духе. Теперь нужно здесь наметить фару. Еще раз, наверное, отрежем вот эту часть. Escape. Так. Ctrl-Z, так, К, вот здесь, и вот здесь, Enter. Так, вот здесь у нас будет круглая фара.
Делать мы ее будем, давайте именно аддоном. Так, есть он тут, нет. Нет. Лапту, вот он. Выбираем теперь полигоны. Вот эти через Shift. И делаем циркл. Делаем S. Вот что-то в таком духе получается. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Нужно отбить верхнюю вот эту часть. Вот эту. Опять же берем К-нож и ее вот здесь вот подрезаем. Так, давайте еще вот здесь вот добавлю ребер. Вот, а теперь можно нажать циркл и сделать S. И сделать R. Пооткрутить все это дело как-то. Так. Нижняя часть тоже вот это нам не дает. Ctrl-Z. Ее тоже порежем. Пробуем циркл. Делаем опять S. Делаем R. Делаем G. Ну вот, теперь еще, наверное, сделаем и английское. И немножко вот, как бы вот так вот уведем. Так, теперь опять же К. Дорезаем. Ctrl-Z. Вот здесь надо резать. К. Enter. Выбираем вершины и чуть-чуть G все это немножко подкорректируем. Так, вот эту вершину с этой объединим M, Alt-Center. Смотрим, чтобы здесь не было гадости всякой. Так, вот эту вершину попробуем тоже M, Alt-Center. И G. Вот так вот. А здесь K, нож. Дорезаем Enter. И попробуем дорезать здесь. К. Enter. К. Enter. Так, что еще выходит тут? G. Подравниваем. Так, вот эта вершина, что она тут? Во. Так, теперь К, нож, разрезаем вот эту часть, Enter, еще раз К, вот эту часть,
Enter. Выбираем опять же вершины и пробуем. Так, вот эту часть. Вот эту часть. G. Немного сделать плавной. Так. Ну, что-то в таком духе. Теперь выбираем полигоны и нужно выбрать вот эту фару. И тут вот вопрос, ее можно... Так, и, наверное, английская. И G, английская. Да, вот таким вот образом. И G подкорректировать. Так, G. Так, ну вот уже появились фары. Тут, конечно, еще нужно все эти переходы доделать вот таким вот образом. Помягче, чтобы вот эта вся часть помягче переходила. Так, капот намечен, фары сделаны. Давайте поработаем теперь с бампером. Выбираем полигоны. Вот эти, так, можно даже где-то вот так, наверное, посмелее. Так, что еще? Так, вот этот полигон, вот эти нам уже не надо. Здесь крыло. В принципе, вот эти нам, наверное, не нужно. Это все будет крыло. И теперь делаем G, английская. Так, и немножко... Так, уменьшаем. Вот так, на поменьше делаем. Делаем и английское. Вот так вот. И делаем G. Во. Ну, немножко S. Чтобы был похож на бампер. И немножко G. Чтобы нижнюю часть, эту кромку было видно. Так. И немножко... Наверное, R. Ну, так как-то. Так, вот эти полигоны тоже выводим вперед. Каким образом? Это R и G. Вот так как бы подаем их вперед. Так. Даже, наверное, не полигоны, а вершины надо. Так, вот эти вот вершинки. G. Вот так вот. Чтобы остро было. Так, и немножко вот эту часть. Что-то вот в таком духе. Так. И, по-моему, здесь... Вот эту вершину M, Alt Center. Так, вот эту вершину и вот эту не трогаем. А вот эта вершина косяка тут дала, да? Так, это мы поднимаем кверху. Эту вершину поднимаем тоже к фаре. И вот эти вершины корректируем именно, чтобы вырисовался бампер. Ну, опять же, да,
Надо их все повыравнивать, какие углубить. Вот крыло немножко увести вглубь. Вот так как-то. Так, что здесь с бампером? Вот так вот будет. Так, и вот эти вот части уже. Так, что у нас тут получилось? Вот эти полигоны нужно будет удалить. Вот этот, вот этот и вот этот. Delete фейсы. Так, чтобы тут еще не было вершин ненужных, надо посмотреть. Так, вот этот G. Что это, откуда она? Delete face. Ну и ничего, так прикольно выглядит. Немножко тут вот под фару увести. Так, немножко ее вот так как-то. Во, ничего, прикольно так выглядит. Это потом подкорректируется, выровняется. Теперь нужно увести вот эти вот ребра. Выбираем ребра. Вот это ребро. Вот это, ну и вот эти, наверное, тоже. Делаем Е. F. Так, что-то не то выбралось. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Так, спрятались какие-то тут полигоны, вершины. Так, вот они. Это после И, что мы делали, то, что я делал. Так, что тут у нас? Вот она. Так, тогда выбираем вот эти вершины, раз они уже есть, G, корректируем. Так, по-моему, нужно вот эти вершины G чуть-чуть приподнять. Ну да. И немножко G увести вглубь. Так, здесь что у нас? И вот эту часть тоже.
Так, вот эту часть тоже сделать помягче. Во. Ну вот пока, наверное, на этом остановимся. Теперь в следующем ролике попробую сделать зад. И уже потом, наверное, будем корректировать вот эти все детали. Так, ну, в принципе, неплохо, чё. Ну, такая прикольная Шелби вырисовывается. Так, что у нас там с рисунком? Так, вот эта часть, наверное, все-таки требует корректировки. Именно вот эти вот вершины, вот эти, где окна. Так, единица на нампаде, и, наверное, нужно их G поднять повыше. Во. Крыло немножко сделать повыше. Ну, теперь как-то, наверное, обтекаемость более-менее. Нормальная. Так, что еще тут? Так, вот эту часть, где капот. Что с ней здесь происходит? Угу. Выбираем теперь полигоны через Shift. И, наверное, G. Как бы их тоже повыше. Вот так вот. Теперь вершины и корректируем крыло вот это пониже. Мордашку. О. Так, нам теперь нужно закрыть вот это вот, типа сделать пол, отделить вот эти двери, заделать, так, выделить еще окно. Давайте окно сразу сделаем у Шелби, чтобы в следующем ролике его уже не гандобить. Так, N английская. Закроем панель. К. И вот это вот окно. Enter. Так, что у нас тут? Две полоски. Это жопа. Так, К. Надрезаем опять же окно. Enter. Зачем вот это ребро? Это чтобы, когда мы будем окно вниз вытягивать, чтобы у нас бортик был. Так, К. И вот эта часть тоже Enter. Теперь выбираем полигоны. Полигоны выбираем вот эти. И теперь G уводим. Это будет окно. Так, теперь выбираем вершины. И нам нужно, наверное, вот это все. G. Немножко как бы закруглить. Так, здесь у нас нормально. И вот эту часть немножко. Вот так как бы. Так, вот эту часть тоже немножко подровняем. Итак, окно у Шелби есть. Давайте сразу, ладно уже, начали, погнали. К, вот эти окна теперь выберем. Вот. Будет у нас вот тут окно. Это Enter. К. Отбиваем крышу еще раз. Так, а что там с окном у нас? Ага. И теперь сюда где-то режем окно.
Жмем Enter и вот отсюда К режем полностью все до конца. Это будет у нас опять же Enter. И вот эти ребра, вот это и вот это. M, Alt, Center. Так, и вот это ребро, наверное, тоже с этим ребром. M, Alt, Center. Теперь это все идет у нас на G. А это мы потом добавим, подкорректируем еще вот этот угол. Так, это вот сюда. Ну, в принципе, неплохо. Что там еще? Перемычка. Во. Делаем К. Вот эту перемычку. Enter. И еще раз К. Вот здесь ее. Enter. Так, ну еще, наверное, по полосе, чтобы увод был нормальный. Enter. Так, здесь что у нас по низу идет? Пробуем словом, что получится. Вот этот полигон, вот этот, вот этот. И уводим G. Так. Теперь выбираем вот этот полигон. Вот этот, вот этот, вот этот. Можно и вот эти, наверное, еще. И жмем G. Так, здесь нужно дорезать еще, подправить. Ну, в принципе, что там с окнами у нас? Нормально вырисовалось. Теперь добавляем еще К. Enter. И еще раз К. Enter. Так, что-то тут мало с полигонами получилось. Так, К. Английское дорезаем. Так, так, так. Ну, еще раз вот эту полосу нужно отрезать. Давайте отсюда. Enter. Выбираем теперь вот эти полигоны. Вот этот. Вот так вот эти. Еще тут еще получается вот этот, наверное. И вот этот. Получается теперь G. Выводим их чуть-чуть вперед. G немножко корректируем. Так, это многовато. О, вот так. Ну, а здесь вершинами доработаем. Вот эту вершину и вот эту раз выбираем. И G уводим. Так, вот эти тоже, наверное. Так, что тут получилось? Так. Ну, вот эту стойку, короче, уже нужно так докорректировать словом. Так. Сделать ее где-то потоньше, где-то вот сейчас вот, вот эти подправить части. Так. Так, так, так. Здесь надо резать, и будет нормально все.
Так, вот эту часть G опускаем пониже. Ну вот, в принципе, нормально. Теперь еще лобовуху доделаем. Так, это вот обрезаем, Enter. Еще раз. Да, еще раз. Вот эти обрезаем. Ну и верхняя часть тоже. Так, Enter. Выбираем полигоны. И G. Уводим их вглубь. Так. Вот так как-то. Ну и вершинами подкорректируемся. Вот. Поприкольнее делаем. Ну вот что-то в таком духе. Тут, конечно, еще корректировок. Ну, уже, в принципе, вырисовывается Shelby. Нужно еще крыло тут дорезать. Где-то что-то поудалять, какие-то полигоны, где-то их повыравнивать. И будет все зашибись. Так, давайте порог сразу уже наметим, чтобы потом с ним, как говорится, мудиться. Так, порог побольше у нас был. Потом его выровняем. Так, вот это не надо. Это уже крыло, по-моему, идет. Так, вот эти части. Ну и делаем И. И делаем G. Так, что тут получилось? Так, ну и порог, конечно, нужно тоже докорректировать.
Так, смотрим, что вообще получилось. Да и ничего так. Да и нормально. В принципе, и Шелби. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике сделаем заднюю часть, наверное, и потом уже дно машины, и будем уже корректировать, наверное. Все, всем пока.